Довольно? На сегодня хватит. Нет, не хватит. Когда же ты сдашься, круглоглазый? Давайте еще раз. Иди тренируй ноги. Но почему вы его тренируете, а меня нет? Ты лишь помогаешь мне в обучении сына. Хватит вопросов! Если вы думаете, что я ваша боксерская груша, можете забыть о нашей сделке. Когда-нибудь я буду драться на кумиты, и отец будет гордиться. Учитель, я тоже чувствую, что потерял родственника. Мы с Синго были близкими друзьями, братьями. А вы и миссис Танака относились ко мне как к сыну. Скажите мне, что будет теперь? Тренировкам конец. Ты можешь уходить. Но вы многому могли бы меня научить. Ты не понимаешь. Из-за войны я потерял свою первую семью. Своего сына. Свою дочь и жену. Они жили в Хиросиме. Я покинул Японию из-за этой бойни. Война — это зло. Я приехал сюда, чтобы начать все сначала. Я завел новую семью. Родил сына. Новый шанс передать мое учение. 2000 лет. Эти знания передавались от отца к сыну. От отца к сыну. Со смертью Синго эта цепь прервана. Учите меня. Я не подведу вас. Но ты даже не японец. Ты не из рода Танака. Вы говорили, бери лучшее из всех техник. Тебе ни к чему ограничивать себя одним стилем. Расширяй свое сознание. Да, ну. Я прославлю вас, учитель. Thank you.